Меня зовут Евгения, я из города Самара. Приехала с плохим зрением, минус 5. Дискомфорт был, всю жизнь практически проходила в линзах. Решила видеть все своими глазами. Собралась и поехала. Не пожалела ни на грамма. Это было безболезненно. 5 минут буквально я была в операционной. Теперь я все вижу. Каждый листочек, каждый цветочек. Счастье не передать просто. Это надо испытать реально. Очень благодарна врачу своему, очень благодарна персоналу, очень отзывчивы. Все очень слажено у них. Блин, приезжайте, правда. Не пожалеете.